Всем привет! Итак, перед нами отладочная плата STM32 Discovery с подключенной к ней линейкой светодиодов и металлической пластинкой. Металлическая пластинка присоединена напрямую к пину без какой-то внешней обвязки. Итак, дотрагиваемся до нее и видим, что светодиодная линейка начинает бешено скакать. Даже легкого касания достаточно для надежного определение нажатий. Сейчас я залью на плату программу, которая будет показывать двоичное значение количества тактов процессора, которые успевает пройти за период зарядки этой пластинки как емкости. Итак, видим, что значение даже от легкого нажатия превышает 10 тактов, и если нажать хорошо, доходит аж до 16, чего вполне хватает, чтобы надежно отрабатывать нажатие, при этом не ловит никаких наводок и, в общем, вполне себе замечательно работает. Вот и все.